В каждом районе республики, будь то небольшое село или город, накануне праздника и 9 мая прошли митинги и концерты. В Батыревском районе, в деревне Чувашские Шаки, к примеру, открыли мемориал, стелу памяти сельчан, павших в Великой Отечественной войне. Поздравляю вас с открытием нового монумента павшим воинам. Поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы над фашистской Германией. Хотелось бы выразить искреннюю благодарность инициаторам создания установки этого монумента, всем тем людям, которые внесли огромный вклад в это благородное дело. Ведь наша с вами задача оставить как можно больше памяти о Великой Отечественной войне, о героях этой войны. Имена героев Великой Отечественной войны навечно вписаны в историю небольшой деревни. Теперь у местных жителей есть свой мемориал, место, куда можно прийти и поклониться героям. Такой подарок празднику Победы сделал для своих земляков фермер Решит Санзяпов. Именно сюда теперь будет приезжать и дочь героя Советского Союза Баки Рахимова Раиса Бакиевна. Чувашия, для меня святое место. Меня сюда тянет, потому что здесь, в Чувашии, родился мой отец. Мне всегда тяжело 9 мая. И тяжело, и радостно. Тяжело, потому что росла без отца. Радостно, потому что не забываю. Есть музей Рахимова Баки, есть улица Баки Рахимова в Казани. Подобный мемориал появился в прошлом году и у жителей соседней деревни Малые Арабузи. В этом году, накануне 9 мая, здесь установили артиллерийскую пушку Д-44. Проезжал околицу по степи широкой, где шумел, гудел зеленый лес. В Шамурше основные торжества развернулись на центральной площади. На митинг собрались более 1000 человек. Многие шамуршинцы вышли на праздник с фотографиями своих дедов и прадедов. С этими портретами они прошли по главным улицам села. Возле обелиска Победы минутой молчания почтили память павших героев и защитников Родины. В День Победы ветеранов пригласили в кино. В обновленном кинозале ДК «Восход» бесплатно показали фильм об освоении космоса «Время первых». Мы считаем, что это прекрасный подарок для всех ветеранов, детей, внуков и правнуков Победы. Мы ожидаем самых ярких эмоций от того, что наши космонавты увидели, ощутили.